Короче, всем привет, с вами канал Артмания. Мы тут стали заложниками слайма. Сейчас вот эта рука более-менее освободилась, чтобы просто мышкой подвигать и включить съемку веб-камеры, которая висит у вас сверху. Блин, это вообще, это просто кошмар, это жесть. Не знаю, я им давно уже не пользовалась, он просто тут лежит, просто вообще некогда было. Дала ребенку, чтобы он спокойно сидел, и тут получилось вот так. Я тут пытаюсь просто отлепиться от него, от этого вот, этот слайм собрать просто и просто заново дать ребенку, но в итоге я прилипаю сама, и это просто кошмар. И при этом он стал какой-то маленький, я не знаю, реально, я оказалась в заложниках, вот, в заложниках слайма. При этом я на данный момент сейчас сбрасываю видео с видеокамеры на компьютер и надеялась, что пока за это время подготовлю папку, пока она там перебрасывается, чтобы на данный момент сейчас его смонтировать и выложить. Как раз вот оно видео на 1000 подписчиков, которые я только что, вернее, мы с Димой только что записали. Но, блин, ну это просто кошмар какой-то. Я забыла уже, какой он, но такого точно не было. Не знаю, ребенок тоже, он весь в этом слайме. Я помню, у меня до этого играл, мы снимали, по-моему, обзор на этот слайм, что ли, сейчас не помню, что там было, это. Или во влоге в каком-то. Блин, ну это кошмар какой-то. Оно вот тут кругом. И ребенок весь в этом слайме, видимо, то, что им давно не пользовались, он превратился в нечто непонятное. Короче, его надо было поместить, наверное, сначала. Мне не нравится вот это, то, что прямо вот он прилипает ко мне вот так вот. Да, ребенку нравится, видимо. Я уже вот сейчас сижу про себя и думаю, а как мы потом будем от него избавляться? А, думаю, в ванну мыть идти, думаю, смоется ли он вообще водой? Дим, надо все-таки у тебя отобрать. Надо было тебе все-таки пластилин давать. Я еще думала, слайм или пластилин? Думаю, нет, слайм. Ребенку все-таки интереснее гораздо. Вот, в прошлый раз он очень-очень хорошо с ним поиграл, но в этот раз это просто кошмар. Это, блин, ну реально. У тебя даже рука вся в нем. Ай, ай, сейчас будет кофта вся в нем. Все, ну ты вроде тебе одну руку освободила от него. В заложниках слайма, я так и назову этот ролик. Дима. Да. Подожди, дай я его соберу со стола. Его надо, видимо, помесить было перед началом работы. А, это что меня тут уже размазываешь, Дима? Блин, Анна. Это просто кошмар какой-то, а не слайм. Он куплен, кстати, в фикс-прайсе. Вот, ну он был нормальный такой. С ним можно было поиграть, не знаю, либо это просто я, наверное, скорее всего. Вот. Тороплюсь, наверное, я просто. Блин, ну это жесть. Знаете, в данной ситуации мне хочется, вот честно, я не матерюсь, но мне хочется материться просто. Мне уже ролик заканчивает загружаться, я хочу его сейчас быстренько смонтировать, потому что у нас сегодня 1 сентября, День знаний. Я хочу быстренько его выложить, пока время у нас... Сколько у нас времени там? 12, что с чем-то. Час доходит. Чтобы его выложить не вечером, а... Блин, вот видите, я его собирал, собирал, этот слайм злосчастный, блин. И он все равно меня одолел. Ну, в принципе, вот он снимается неплохо. Наверное, его просто несколько месяцев, потому что я его не месила. Мне вообще было не до него, я про него помнила, что у меня есть слайм, что надо с ним поиграть. Но, видимо, ну да, он обиделся просто. Да, это просто он обиделся. Ай, Дима, еще ты руками своими. Нужно было его перед началом работы месить. Да. Да. Поверни ручку вот так вот. Сейчас я его тут соберу. Ой, ты господи. Пойдем руки с тобой сейчас мыть будем. Ай, господи. Как от него избавиться теперь? Блин, нет, не было такого. Настолько. Еще он убежать может за это время.
я тебе лучше дам. Вот, смотри на экран, как мама избавляется от заложников. Дима, руку убери. От заложников слайма. Сейчас ты упадешь еще добавок. Меня. Все, 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 все. Ура. Ура. Блин. Да что ж такое, никак. Да я с тебя соберу этот. Блин. Так, вот у меня ребенок играет сейчас с пластилином. Сейчас мы его откроем. Опа. Пластилин хотя бы, я надеюсь, он подороже стоит. Из этого, честно говоря, сделала вывод, то, что все-таки нужно слайм покупать дороже. Так, вот подальше поставь руки. Вот, этот слайм, блин, он уже оказался на одежде. С одежды я знаю, что он практически не отмывается, но у Димы кофточка немножко тоже розовенькая. И она домашняя, то есть это практически пижамка. Поэтому я думаю, будет все хорошо. Ну, короче, это вот так вот. Все-таки пластилин поудобнее немножко. Ребенка оторвал он и положил. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки и напишите в комментариях, что думаете обо всем об этом вы.